мне, Господи. Так, друзья, здравствуйте. Меня попросили прокомментировать вот этот фильм. Вот, мне это легко сделать, хотя мой оппонент это кандидат наук, вот, и биолог. Давайте поговорим об этом всерьез, потому что все, что надо делать, я считаю, надо делать с точностью наоборот. Вот. Ну, а вы будьте уже арбитрами. Поехали. Значит, пока, что видите, я хочу сократить несколько минут. Значит, у нее здесь верхние рисунки, это расположение среза и почки. Первый считается, почка замерзнет, второй замерзнет, третий замерзнет, четвертая замерзнет. И только пятая, где вот этот небольшой наплывчик остается, миллиметра два, выживет, и почка будет развиваться. Вот, я сибиряк. Я отношу в сибирское садоводство еще все, что севернее Москвы, Воронежа, Липецка, вот, Кургана, естественно, там, допустим, допустим, Магнитогорск, вот, и Южный Урал, вся Сибирь, Южная и Дальний Восток. Вот, там не срабатывает. Если у меня в Сибири это не самый морозный у меня регион, значит, в 9 случаях эта почка тоже замерзает. И это нельзя считать правильным. Правильно вообще не резать. По возможности. Вот. А так все не одинаково имеют шансы замерзнуть. Это горькая правда. Вот. И альтернативы нет. Если резать, то только на заготовке черенков. В остальное время не лезьте туда, потому что придумали много причин. Вот. Чтобы их, это, например, отрезать все неполноценные почки, ветки. Они как раз и есть не ростовые, а уже плодовые. Об этом даже не знают. И говорят, неполноценные. В общем, старайтесь не резать. Нижний ряд вот этот вот. Значит, вот здесь, где застриховано, будет, полагается, оставить вот тут вот, отрезать, и это считается идеалом. Это смертельный номер по железу. А вот здесь, где вы видите ветку справа, вот ее-то желательно вообще не резать. И на крайний случай оставлять хороший длинный сучок. На крайний случай, если уже есть такое выражение, приспичило. Вот. А сейчас мы немного ее послушаем, и я буду ее оппонентом. Пусть уже для меня не обижается, потому что она взялась за то, в чем ничего не понимает. Я говорю честно, вот когда-то она остановится, такое бывает, я уже остановил пару таких, вот, которые, не думая, что творят, отрезайте все ветки ниже 90 сантиметров, а там ветки вот такие вот, и без таких страшных ран, и причем считают, что это правильно, дерево только на пользу. Ну, кое-как, кое-кого остановил. Слушаем ее теперь. Слово предоставляется биологу, кандидату наук. Ту сторону, которая нам нужна, если эта ветка горизонтальная. Благодаря правильно сделанным срезам мы можем направлять... Смотрите внимательно. ...рост побегов, особенно это важно для молодых деревьев, в нужную для нас сторону. Следующий ваш... Она сейчас на ваших глазах, вот я чуть-чуть назад верну, отрезала несколько веток, вот, причем она... Ну зачем тогда она вот это рисовала и говорила, надо внимательно под каждую почку. Сейчас она просто, когда видите, 2 миллиметра, два миллиметра, и если, а она теперь эти 2 миллиметра делает так. Который проснется из этой почки, пойдет максимально приближенно к вертикали. Кардиомобил представляет витамины для сердца кардио-М. Калий. Так, это мы вынуждены выслушать, иначе дальше не пойдет. Нормализации артериального давления важен при занятиях спортом. Чертова реклама. Идем дальше. Или же в ту сторону, которая нам нужна, если эта ветка горизонтальная.
Благодаря правильно сделанным срезам мы можем направлять рост побегов, особенно это важно для молодых деревьев. Вот побег 2 миллиметра. Это значит, что она взяла дерево, достаточно жиденькое, жиденькое. Вот. И для того, чтобы побольше по длине было, она просто взяла, не глядя, что творит, и даже не объяснила. Ну, то есть это то, что она сейчас сделала, это просто калечение. Это как у вас 10 пальцев, зачем вам 10? Пусть будет 7. Вот, я, извините, я вынужден так говорить. А теперь она будет обосновывать свои дальнейшие действия. В нужную для нас сторону. Следующее важное правило обрезки крупных ветвей. Часто можно видеть на деревьях... Вот это и была обрезка до конца, то, чего она пропагандирует. Тех дупла, незаживающие раны, на которых поселяются грибы. Вот именно. И сейчас она скажет жуткую вещь, это причем сама себя сейчас высечет. Вы особенно раковые болезни, которые губят дерево, млечные. Вот, теперь подумайте, она вас научит отрезать толстую ветку. А можно же не отрезать, это в идеале. В крайнем случае можно оставить сучок, который будет роль пробки играть. Понимаете, это две гигантские разницы. У меня сотни фотографий, которые говорят эту пользу, и ни одной фотографии, которые говорят ее пользу. Блеск, различные трутовики. Почему это происходит? Потому что срез был сделан неправильно. Потому что был срез сделан по ее правильно, а результат как раз такой, который она сейчас только нам и преподнесла. Она говорит по писанному, сама она... Видимо, в этом ничего не понимает. В которых поселяются грибы, особенно раковые болезни, которые губят дерево. Запомните, раковых болезней грибных не бывает. Это результат вашей работы. Вот того секатора, пилы, которые вы сейчас научите. Вот причина. Всегда, если уж отрезаете, оставляйте длинный пень. Когда-то это войдет в практику, и будут спасены миллионы деревьев. Вот, от такой учебы. Различный блеск, различные трутовики. Почему это происходит? Потому что срез был сделан неправильно. При удалении больших ветвей нужно делать срез по краю наплыва. Так называемый срез на кольцо. Когда мы присмотримся к месту отхождения ветки от ствола, от другой ветки, мы можем увидеть, что здесь имеются такие складочки коры. Они мягкие, они довольно нежные. И здесь сконцентрирована огромная масса клеток возобновления. Чушь собачья. Эти масса клеток просто замерзает в Северной Руси. 100 из 100. Не 99 из 100, а 100 из 100. Слушаем дальше. Если мы делаем срез ниже вот этого кольца, ведь эти складочки, по сути, напоминают кольца вокруг ветки. Если мы сделаем срез ниже кольца, вот здесь, на уровне ствола, как некоторые делают, чтобы все было ровненько, то мы лишим растения вот именно этой образовательной ткани, которая... Эта образовательная ткань, которую вы оставили, вроде бы логично, она замерзает, потому что... Мороз. И она ничем не защищена. Страшнейшая рана. Образует рубец и приводит к зарастанию. Если мы срежем как раз посередине кольца, то есть часть вот этого колечка оставим, часть удалим, тоже нехорошо. Ведь фактически мы очень сильно повредили эти нежные тонкие клеточки, эту нежную кору. Зарастание... Ой, как будет сократить время? Даже если вы все, что заштриховано, оставите, мороз всю ваши эти самые насыщенные клетки все убьет. Ладно, слушаем дальше. Будет идти, но оно будет слабым. Самый правильный способ обрезки – это срезка по внешнему краю наплыва. По внешнему краю кольца. Вот здесь. Вот здесь таится погибель. Давайте чуть-чуть вперед. Как она говорит, это убедительно. Сама никогда не вырастет ни одного дерева. Иначе бы она так не говорила.
а если при этом вы еще и намажете хорошей садовой краской, садовым бальзамом с добавлением фунгицидов, то здоровое рубцевание 100% обеспечено. Вот ты, девочка, вот из-за этого мне пришлось вмешаться в этот процесс. Хотя у тебя будут сотни тысяч просмотров, у меня, дай бог, 1500. Это страшно. То, что ты говоришь, это полная ложь. Это, ну, ложь, другое слово. Это такое невежество, не знать этого, что никогда ничего не зарастет, что из миллионов, из миллиардов, а планета большая, из триллионов обрезок не заживает ни одна. Я проверил на сотнях срезов, на сотнях. Ну, хоть бы одна, хоть бы близко. Ну, разве можно так? Здоровье, дерево. Во! Вот оно все и здоровье. Вот это вот то, что вы сейчас показывала нам. Вот этим оно и кончается. Вот этим вот. То, что она сейчас только нас пугала. Это нас пугало. Вот эти вот, это и есть ее обрезка на кольцо. Начинает вот так обрастать и никогда не обрастает. Мороз внутри. Как, почему, зачем? У нее есть какая-то цель. Потому что она на этом зарабатывает. И главное, что она просто не понимает, о чем, что говорит, о чем говорит. Урану в кратчайшие сроки. А если при этом вы еще замажете хороший... Какие хрен... Вот я дальше не могу уже это. Какие кратчайшие сроки? Ты сама показала, что из этого получается. Ну, ведь сама же показала. Я больше не могу дальше это все видеть. Давление скачет. Вот. Вот это вот элементарная, казалось бы, вещь. Где надо резать, где не надо резать, она и приводит к тому, что вот эта передача из поколения в поколение, из от учителя ученика, потом она становится, она кандидатом к учителям, и теперь она учит. Вот. Рана на кольцо – это бедствие всей планеты, особенно северная часть России, а еще за одним Белоруссия, Украина и даже Украина, и это, и Казахстан. Это бедствие. Понимаете, друзья? Все, дальше я не могу говорить. Прошу меня простить, милая девушка, но надо вырастить деревья, надо их обрезать, надо подождать еще 20-30 лет, хорошо, они у меня позади, и пусть с опозданием 20-30 лет я могу учить, у меня 40-летний стаж. Вот. Я могу учить. Вам еще придется долго-долго жить в этой жизни, и, к сожалению, вы будете учить людей убивать деревья. Это страшная правда. Это страшная правда. Сейчас закончим. Все, остановить запись.